5 площадок для юных художников работало в День города на фестивале на траве для самых маленьких в песочнице «Дача». Здесь порхают бабочки, ползают жуки и червяки, а на грядках нет свободного места. Так тесно там посажены овощи из газеты и скотча. Я сегодня делаю морковку, огурец и арбуз. А сейчас я делаю капусту. Ну еще мы здесь сушим белье на веревочках, делаем себе дачные шляпы из газет. Ну и маленькие малыши играют в песочнице. Чуть поодаль конструкторское бюро в массовом производстве, крылья для фей и летательные аппараты для пилотов, а также самые разнообразные устройства для любителей фантастики. Туда можно складывать конфеты и всякие другие штучки. Можно говорить вот тут вот про это. Там все слышно. Можно вот так взять. Например. Вот так вот. Алло. Алло, привет. Как дела? Все слышно. Мне тоже. Еще у нас есть площадка, где ребята могут попасть на корабль в виде кита, полазить в его открытом рте. И вокруг этого кита мы создаем разноцветных рыбок, чтобы этому киту было не скучно и не одиноко. Но сейчас этот кит, он еще в процессе создания. Не нравится морская тематика? Добро пожаловать в поезд, который едет в отпуск. Под руководством Андрея Люблинского юные художники создали вагончики, в которых едут самые разнообразные пассажиры. Вот это Колли, его зовут Миня. Это кот по имени Ося. Ну и еще мы приготовили такой проект под названием «Пододеяльники», где дети и взрослые могут понять, а как это оказаться внутри пододеяльника и побегать в нем, потанцевать и поудивлять всех окружающих. Занятия в летнем чердаке уже идут. Все самые любимые занятия за год. Игра в глину, мультипликация, пленеры и гербарии начинаются по средам в 18:00 и по субботам в 12:00.